На Алтай пришли сильные морозы. Минувшей ночью температура местами опускалась до минус 35 градусов. Сегодня-завтра синоптики обещают до минус 34-37 ночью, днем до минус 24-25. В утренние часы местами туман, изморозь, на дорогах местами гололед. При этом в южных районах и предгорьях чуть теплее, на 2-3 градуса местами снег. Причем в ближайшие дни, прогнозируют синоптики, потепления ждать не стоит. Практически вся Сибирь, как видно на этой карте погоды, оказалась под властью арктического антициклона. Именно он принес с собой низкие температуры и почти полное безветрие. Спасатели рекомендуют в эти дни автомобилистам отказаться от дальних поездок, а врачи советуют пешеходам одеваться теплее и при первых признаках обморожения незамедлительно обращаться в медучреждение.